Всем привет! Сегодня я вам предлагаю рецепт вкуснейшей и красивой закуски. Закуска будет из креветок, подойдет такая закуска к пиву на любой праздник или аперитив. Если рецепт вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Для приготовления этой закуски я использовала специальные порционные формочки для закусок. Но если у вас нет таких формочек, можно воспользоваться обычными стаканчиками, бокальчиками или другими порционными формочками. Для приготовления мне понадобилось креветки, 2 яйца, 2 греческих йогурта, 2 авокадо, соль, перец, сок лимона и горчица. Сначала небольшими кусочками нарезаю авокадо. Креветки я предварительно отварила и очистила. Нарезаю креветки. Также отварила яйца и нарезала яйца. Приготовим заправку. Для заправки выкладываю 2 стаканчика греческого йогурта. Греческий йогурт можно заменить сметаной. Накладываю 2 чайные ложки горчицы и хорошо перемешиваю. Добавляю сок лимона, где-то 2 чайные ложки. Я добавляю на глаз. Солю, перчу и хорошо перемешиваю. Нарезаю петрушку в соус. Все готово, все ингредиенты нарезаны. Приступаем к выкладыванию закуски в формочки. Сначала выкладываю авокадо, затем немного вареных яиц, сверху добавляю немного соуса, немного нарезанных креветок. Часть креветок надо нарезать небольшими кусочками и несколько штучек оставить для украшения. Добавляю еще немного соуса и сверху выкладываю по одной креветке. Украшаю петрушкой. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 9 порционных закусок. 6 в формочках и 3 я выложила в стаканчики. Продолжаем заполнять стаканы. Закуска получается очень вкусная. Если вы не хотите готовить соус, можно соус заменить просто обычным майонезом. Все получается очень быстро, просто и вкусно. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!